Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Undertale-ушку проходить. А он сразу у меня начинает лагать. Красавчик, музычка здесь такая вообще уморительная, прикольная, класс. Вообще, зашибись. Так, мне в комментариях Ванюха очень классно заметил, что типа говорит, надеюсь, ты сохранился после того, как на свиданку сходил с этим, с папирусом. А я и так что-то смотрел тоже серию, там я не, ну, на видео не сохранялся. Думаю, бляха-муха, если не сохранился, это же будет жопа. Придется перепроходить. Но нет, я сохранился, я вот это вообще прям кольцо. Еще мне писали в комментариях, сходи типа поспи в этом, в гостинице, тебе типа сделают больше хпшки. Это было две серии назад, это я узнал, но я уже записал, поэтому, как бы, ну вы поняли, да? Было уже записано до того, как я это узнал. А гостиница у нас дальше, значит, поехали тогда. Прям сюда, прям четко. Гостиншка. Да-да-да. Добро пожаловать в гостиницу Снеграда. Главный отец Снеграда. Одна ночь, то есть 80 монеток. Остаться. А вот ваш ключ. Не забудьте укрыться потеплее. Окей. Они спят или пердят? Мне один вопрос. Они симфонию какую-то пишут. Как здесь можно спать, алло? О, бля. Они пердят или что? Приветик. Вижу, вам отлично спалось. Что невероятно, потому что вы пробыли в кровати около 2 минут. Да-да-да, там ребята симфонию писали, не хотел им мешать. Вот, возвращаю вас и деньги. Можете заплатить мне, если хотите остаться переночевать. ОЗ-30. А подожди, так, а максималка не увеличилась, да? У меня сейчас ОЗ-30 почему-то. Она на один раз, блин, ну ладно. Я думал, она у меня увеличит максимальную эту штуку. Ну вы поняли, да? Так, хорошо. Что нам дальше делать? Мы идем, короче, дальше вперед. Папируса мне писали, прям похвалили меня в комментариях. Говорят, папируса ушатал с первого раза. Молодчик, красавчик вообще. Ну я хер того знает, я как-то старался его завалить. Да и у меня хилок было много, да и как-то не очень-то и сложный он показался вроде. Ну хер того знает. Повезло, наверное, мне, потому что я хер того. Не знаю, как. Повезло, да и все, короче. Вот это я могу сказать. А че на меня никто не нападает? Я уже столько гуляю. Так, эти тут ребята не это, я сейчас сохранюсь, потому что, ну нахрен, буду сохраняться прямо на видео, чтобы не смущать никого. Окей, идем дальше. Так, тут у нас сундук, сундук нам не нужен. Я туда могу спрыгнуть? Бляха, могу. А мне что, по камням надо полетать или что? Так, по башке прилетит, да? Или не? Подожди, они падают туда. В чем прикол? Здорово. Клянусь, я видел что-то позади этой текущей воды. Окей, спасибо. Только... Где ты видел? А, стопешка. Вот тут надо что-то, да? Не попал. А как он не попал? Ладно, окей. Ой, что-то тень прям падает. Я в пещеру зашел, все, хана мне, ребятки. Отвечаю. Кусты. Оба! Папирус! Привет, Андайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. Сражался ли я с ним? Да, конечно, я сражался. Я сражался с ним доблестно. Что, схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн. Но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Это она? Ну, Андайн, тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли... Папирус, у меня жалко. Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Так, окей, хорошо, мы тут, короче, немножко подслушали разговор. Туф.
Он меня спалил! Или она? Тут никого нет, это утки тут плавают. Смотри, что делать? Тихо, не шевелись. Никого нет. Вот и все, вали отсюда. А что за чувак или чувиха? Что за крутело? Почему она меня ищет? Ты там можешь двигаться? Не могу двигаться. Все, я тут. Сохраняшка. Ты кто? А, опять этот дракоша. Чё ты за мной бегаешь? Йоу, ты видел, как она на тебя смотрела? Это было круто. Я так завидую. Что ты такого сделал, чтобы заполучить ее внимание? Ахаха, ой, что там, бля. Погнали, посмотрим, как она побьет плохих ребят. Как без руки, короче, когда ему сложно балансировать. Ужас холодом пробегает по всему телу, но вы не теряете решимости. Я сохраняюсь. Это она, Undyne, это она. Окей. А мы можем ее помиловать? А, когда 4 мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. Так, головоломка очередная. И как? 4 в ряд? А как мне это сделать? В смысле? А чё ты? А как положить-то? Окей. Ладненько, ну не сложненько. Как классно башкой это. Всё, пошли дальше. Отлично, головоломка решена, прикинь себе. Так, а это чё? Опа, она давно не было. Кто ты? Чё это за джин какой-то лошадеобразный? Аарон подходит, играя мышцами. Действие, Аарон, оценить. Так, у этого морского коня много ЛС, лошадиных сил. У него нет ног, у него не может быть лошадиной силы ни одной. Его атаки сложнее избегать в нижней части боевого окна. Ага. А проверяй все, что хочешь. Я пойду вверх! Ух ты, бляха. 4 снял, сука. Пахнет как ферма мидий. Так, а что с ним делать? Хвастаться, прогнать. Можно прогнать? А в смысле, а чем похвастаться? Вы играете мышцами, а Арн играет вдвое сильнее. Атака обоих увеличивается. Конкурс мышц? Окей, жми сильнее. Бля. Вот это у него сложная атака, реально. Так, хорошо. Арн готов к вашей следующей игре мышцами. Давай еще, вы играете мышцами сильнее. Арн играет втрое сильнее. Атака обоих увеличивается. Ха, неплохо, но я все равно выиграю. Воу. Ух ты, бля. А-а-а, прикольно. Арн готов к вашей следующей игре мышцами. А может прогнать нажать? То я сейчас проиграю реально с такими приколами. Вы играете мышцами, Арн играет очень сильно. И он сейчас лопнет. Он доигрался и вылетел из комнаты. Мы победили. Ай, бля. Аарон, что же ты так надулся сильно, что нахрен улетел отсюда? А как мне табличку прочитать-то? Опять? Ага. Подожди. О, бляха, 4 в ряд. А если допущена ошибка, колокол цветения может созвать мостовые семена обратно. Окей, это спасибо. А так нельзя положить, что ли? А как... А, стоп, может наоборот? Может вот так? Ага. Что-то музыка такая стрёмная. Как? Как мне к табличке-то пойти? А, дурень. Я дурень. Бибинь. Чё ты застряла-то? Так, вот так. 4 же нам надо. 4 семя. Все нормально. Оп. Еще подойдем к табличке, почитаем. Так, хорошо, 4 штуки. Это за головоломка. А что вот эти грибы делают? Их надо нажимать, они тухнут. Или гаснут. Что за херня? Так, и что тут? Поздравляем. Вы провалили головоломку.
Спасибо. Я так и знал, что я ее провалю, потому что мне туда надо было. Окей, а что делать? А, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А где четыре? Что с этими дебилами-то делать? Их, может, выключать надо? Я... Что такое? Не пролагивай, окей? Так, а подожди, головоломка всем головоломкам, головоломка. А, тут надо как-то построить четырех, а четырех позиций-то нету. Фух, так, с трех позиций же не получится, правильно? Слышь, грибочки, что с вами делать? Так, а подожди, смотри, три... Три, 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 два, три, три. А где четыре? Тут только четыре, так а смысл мне с этих четырех? Подожди, если я три поставлю, он же не расцветет, потому что нужно четыре, правильно? Четыре в ряд. Подожди. Ой, у меня вообще висяк начался. Все, у меня один FPS. Зашибись. Зашибись. Подожди, я что-то не понял. А как здесь... Смотри. Раз, два, три, четыре. Смысл? Раз, два, три, четыре. Смысл? Хотя, подожди. Раз, два... А почему бы и нет? Давай попробуем. Я так просто чисто попробовать. Так, получится, нет? Они же в четыре в ряд расцветают, правильно? Смотри, получится? Да! А зачем вот эти вот ублюдки? Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Все, отлично. Эй, дурбе, сука! Кто там, блядь? Алло? Привет, это Папирус. Как я раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Я представляю, что тебе пришлось пережить, Папирус. Ну и что ты хочешь? Так, что на тебе надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что бандана. Это так? На тебе бандана? А я не помню, вроде бандана была. А что вы скажете? Подожди, на мне же бандана была, правильно? Или что я? Что я надевал? Я надевал что-то на защиту. Ну, вроде бандана или что. Ну, да, давай. Значит, на тебе бандана. Понял. Подмигнул. Хорошего тебе дня. Окей, пока. А как посмотреть, что на мне надето? А, да, мужицкая бандана, точно. А я правильно сказал? Может, не надо было ему говорить? Я хер того знает. Ну, ладно. Пошли дальше. Так, здесь меня будут атачить. Давным-давно монстры шептали свои мечты звездам в небе. Если ты верил в мечту всем своим сердцем, твои желания исполнялись. И теперь все, что у нас осталось, это эти светящиеся камни на своде подземелья. Да, комната желаний. Окей. А, тысячи монстров, мечтающих вместе, не могут ошибаться. Король это докажет. Король. Ну давай, сестренка, загадай желание. Я таки женский персонаж все-таки. Так, что это? Что-то новенькое, непонятное... Херня. Вошуа. Подходит, шаркая ногами. Вошуа, ты кто? Вошуа. А, помыть, пошутить. Так, оценить. Так, этот скромный мизофоб стремится очистить весь мир. А, свистит и мой чирик. Ёпта, а как это уворачиваться-то? Бляха! Вошуа дружит с маленькой птичкой. Чирик-чирик, дурак. Коснуться, помыть, пошутить. А что с ним делать, подожди? Кошуа. Помыть? Давай коснуться. А вытянись к Вошуа, ваше прикосновение вызывает у него отвращение. Окей, ты ублюдок, гадость. Чё это? Уа! Вошуа ищет, чтобы еще помыть. Давай его помоем. Вы просите Вошуа почистить вас. Он радостно скачет вокруг. Зеленый, значит, чисто. Ага. Бля.
Бля. Вот это вот сложно. Больше интересно, стерильные ли слезы? Пошутить. Вы рассказали шутку о том, как один ребенок ел пирог голыми руками. Силы Вошуа нейтрализованы. Нет, эта шутка слишком грязная. Ой, блядь. Что-то я затыкал. А Вошуа ищет, чтобы еще помыть. Вы просите Вошуа почистить вас. Он радостно скачет вокруг опять. Подожди, а что с зелеными-то делать? Вошуа дружит с маленькой птичкой. Блях, а что делать с ним-то? Вытянет кошевое прикосновение, вызывает у него отвращение. Опять гадость. Ага. Так, Вошуа полоскает пиццу. Вошуа, ты заколебал! Вы рассказали шутку о том, как один ребенок ел... Опять то же самое. Ага. Ага. Бля, хочу с ним делать. Может его это... Прочь, чертово пятно! Чирик, чирик. Я тут побуду. Ха, Вошуа плоская пицца. Помой фейс. Помой лицо. Хорошо, помою. Ты меня отстань от меня. Пожалуйста. Вошуа интересно, стерильны ли слезы? Свистит и моет. Да блин, как его-то ушатать? Подожди, я что-то не понял. Как вот эту Вошуу ушатать? Вошуа дружит с маленькой птичкой. Свистит и моет, опять то же самое. Вай, в другую сторону теперь. Ты чё? Меняешь тактику, как ты скотина, прям во время боя. Нельзя так делать. Что с ним делать-то? Я что-то не понял. Вошуа. Помыть. Радостно скачет вокруг. И что? Блять. А, это хилка. Вошуа дружит с маленькой птичкой. О! И уже можно его, короче, это херануть. Почему-то. Ничего не понял. Ну ладно. Как-то я его ушатал, но только не понял как. А, так, ну давай. А, это уже было. Так, тут у нас что? Желаю, чтобы мы с сестрой однажды увидели настоящие звезды. А я вот это хочу посмотреть. Посмотреть в телескоп? Конечно. Ой, я могу двигать. Проверь стену. Какую стену? Стрелочка вверх. Какую стену проверить? Какую стену? Подожди, проверь стену. Какую стену? А, ах, кажется, мой гороскоп такой же, как и на прошлой неделе. Какую стену-то? Проверь стену. Комната желаний. А что стена? Какая стена? А, вот это что ли? Ну так проверил. А мне бы сохраняшку. Так, стены испещрены древними письменами. Вы можете разобрать только следующий текст. Война людей и монстров. А, война людей... Окей. Почему люди напали? Ведь им нечего было бояться. Люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека равна по мощи душам почти всех монстров. Окей. Но у людей есть одна слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать вне человеческого тела даже после смерти. Окей. Если монстр победит человека, то он может забрать его душу. Монстр с человеческой душой – ужасное чудовище с непостижимой мощью. Это изображение странного создания. От этого рисунка как-то не по себе. Окей. Ты куда, лифтер? Блин, сейчас капец какой-то начнется, да? Блин, а мне бы сохраняшку. Спасибо, нет сохраняшки. Сука. Так, это чувиха. Ауч. Ауча-чауч. Ты что делаешь? Беги, бля. У нас тут тактика поменялась боя. Беги. Опа. 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 Ауч. Ауча-ча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 уча
Опа! Опа! Па! Тю-тю! 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 Сука! Беги! Беги быстрее, женщина! Беги в кусты! Прячься в кустах, все. Меня не видно, меня нет. Все, я спрятался. До свидания. Укуси ее за яйцо. Че это? Не того достал. Это меня прикрыл, красавчик. Фу, вот это было жестко. Все, могу двигаться? Могу. Только вверх не могу, окей. Эй! Эй! Сохраняшку дайте. Блядь, что-то опять зависло, что ли? О, здорово, чувак, ты меня прикрыл, красава! Йоу, поверить не могу! Андань только что тронула меня! Я больше никогда не буду мыть свое лицо. Вот же тебе не повезло. Стой бы ты хоть чуточку левее. Йоу, не волнуйся, я уверен, мы увидим ее снова. Вот ты, блин, неуклюжая скотина. Мне бы сохраняшку, але... Ой, спасибо, спасибо. Давайте, ребятки, на этом закончим. А понимая, что однажды мышь найдет способ извлечь сыр из таинственного кристалла, вы наполняетесь решимостью. Вот, сохранился прямо на видео, чтобы не было никаких приколов. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео, комментируйте. До встречи в следующей серии. Ой, Undertale. Всем пока.